много друзей. Звуки музыки, да, темна, много света и много долгих дней, когда я совсем одна. В доме моем всем хватит. Телефонный звонок. И как вы думаете, кто мне позвонил спустя 10 лет? Адик Тухманов. Вы не представляете, как я обрадовалась. Я говорю, где ты, что ты? Говорит, я в Москве. Вот у меня в ноябре мог быть творческий вечер. Я говорю, наконец-то там, что сколько вот я работаю, и все вспоминают, спрашивают, а где Тухманов, а где песни, а где новые песни? И эти 10 лет как-то мы ощущали, что вот нет рядом такого замечательного человека. А познакомились мы с ним, дай бог памяти, где-то в конце 70-х. Если я правильно так помню, снимался первомайский «Голубой огонек», и меня пригласили принять участие и сказали, что вы будете петь песню, новую песню Давида Тухманова. И вот моя мечта сбылась, мы с ним познакомились, подружились, и первая песня это была «Родина моя». Я так благодарна Адику за то, что он доверил мне свои песни, потому что я считаю, что успех исполнителя в большей мере зависит от таланта его композитора. С ним было очень легко работать. Он такой добрый, он такой скромный, он такой интеллигентный, у него большое сердце, но добрейший человек. Музыка Тухманова, его творчество, ну это
целая эпоха в развитии советской эстрады. В доме моем много друзей, звуки музыки да темна, много смеха и много долгих дней, когда я совсем... Я хочу Адику пожелать здоровья, я хочу ему пожелать творческого долголетия и много-много новых и прекрасных песен. Thank you.
Thank you.